Накануне Лабытнанская детская школа искусств принимала у себя многочисленных гостей. На открытый конкурс «Полярные узоры» съехались юные музыканты из салехарда, харпа и аксарки. В числе конкурсных инструментов – баян, аккордеон, гитара и балалайка. Поддержать исполнителей отправилась и наша съемочная группа «Слово Альмиры Новоселой». Возрастной категории до 8 лет по классу гитары в конкурсе всего один участник – Евгений Трофимов. Он же первый, кто исполняет здесь соло на любимом инструменте. Я как бы волнуюсь и не волнуюсь. Не волнуюсь, потому что я на этой сцене уже не первый раз, а волнуюсь, потому что народу много. Чтобы Евгений сильно не переживал, поддержать его пришла бабушка. И именно она привела любимого внука в детскую школу искусств. Теперь она его преданный зритель. Что он такой у нас красивый, с таким красивым инструментом. И гордимся им. Он понимает, что это дорогой инструмент, красивый, аккуратно к нему относиться. И старательно учит английский, потому что он же еще и петь у нас хочет по-английски. А вот Илья Калашников выступает не на родной сцене, он приехал из харпа. В его копилке конкурсов это третий по счету. Но несмотря на этот опыт, он каждый раз волнуется перед выходом на сцену, а уже после выступления чувствует огромное облегчение. Будто я прыгнул с 5-го этажа. Почему? Не знаю, такие легкие ощущения, будто в снег прыгнул и все. В конкурсе юных исполнителей на народных инструментах «Полярные узоры» 6 номинаций в 4 возрастных группах. Всего участников 33, каждый из них талантлив. Все выступления оценивают члены жюри, которые представляют разные муниципальные образования. Среди них есть даже заслуженный работник культуры Российской Федерации. Критерий оценок очень много, и обсуждаются разные аспекты. Но мне кажется, самое главное – это увлеченность ребенка тем, что он исполняет. Вот мне кажется, это основной критерий, по которому нужно оценивать детей, потому что прежде всего они должны увлечься музыкой, полюбить эту музыку, это, наверное, самое главное. Среди 16 лабытнанцев 6 стали лауреатами. Евгений Трофимов и Илья Калашников стали дипломантами. Из пятерки салехардцев 3 стали победителями. 7 харповчан заняли 5 первых мест. Аксарку представляли 3 балалаечников, и все они были признаны лучшими. Альмира Новоселова, Максим Мячин, программа «Время местное».